Давай это, заявки посмотрим. Пойдем. Давай. Что-то мне что-то интересное. Не тот монитор. Отбор, блядь. Так, кто он? Давай к началу ближе. Начало? Не, ну к началу вниз, в смысле. Че, блядь, че за петух, Влада Мельченко? Как видео, ух, нифига, 10 лайков. 10 лайков, солидно парень собрал. Это, посмотреть, что он там пишет. Бля, такой чтец. Привет, я Влад. Закажи мне давай. Здорово, я Серега. Здорово, братан. Ну что, поехали? Ничего, блядь, спидание. Бог, давай. Лапини, наверное, помогает. А, он перец собрался есть. Давай, я все, блядь, шкале спорила. И что там еще? Приладывай. Так что, попробуй зачитать без спида. Без спида. Крайнегенды, как мистер Кредо, я трансформер, ты трансгендер, став свежий, как подснежный, вот так закончу я. Гены, сосновый дроп, мёд, сами теперь идолы. Да выруби ты это говно, ты чё? В натуре, чё за люди идут, они чё, даже рэп читать не... Он просто байтит, блядь, он даже ничего своего не видит. Да включи оригинал, блядь, это какая-то китайская пародия в натуре. Ну че, Серёг, вот это батя, бля, вот что было. Не, мы же тоже батя по факту, типа, ну в Крыму там, типа, олд. Ну да. Бля, может, тоже... научишь его, как читать, что надо. Ща, у меня Соня, так, а Чеча в натуре. Ну, банка, ну пофиг, не пиво, а энергетик, ну тоже сойдет. Бре! Е. Будь умней, вышел бы как Гуччи Мэйн. А, нет, это Оксимирон, а не Слава. Ну ладно, давай как Слава попробуем. Давай. Пау. Все. А может давай переключим на этот, типа? Легенда, как Арсен, ты первокурсник, я сенсей. Новые учебники и тетрадки, влажные фантазии о чьей-то мамке. Мия в твой гроб, тут у тебя породный британский флаг. Влада Мельченко, прикольный парень, из него сделают еще один фраг. Да себе 5, хоть чтоб до 15 не сможешь поднять. Родители бьют чеком по роже, мол, за что 600 штук в год должны отдавать. Это так себе панч, вот выйдешь из уни, кинешь в рост, тут чек чили. Это был болгарский перец, ведь от остроты слезы из глаз не полили. Бумажный волокита, море, анкета, дебилов запрет. Приутянет веселую жизнь, факультет надо сильно стараться, чтобы иметь партбилет. Ты не сын, не медь, второй этап отбора, нету сил терпеть. Я знаю фаворитов, я главный букмекер, не пройдут те, кто назвал себя патимейкер. Эй, идешь нахуй, не съешь перец, идешь нахуй. Охуенно монтируешь, пиздешь нахуй, но когда монтируешь, идешь нахуй. Только не пизди, мол, любишь съемки, ты больше Дэна, мой юный ас. Любишь тусы, дадим тебе шанс, но запомни только один нюанс. Крю очень сложно, но очень ржачно, тебе подтвердит это каждый на факультете. У тебя есть возможность влиться в нашу тусу, знать для крутого парня за шквар не пройти весь отбор. Эй, йоу, Влад, пятница, 15:40, кампус Мефа. Приходи, я взъебу тебя, можешь отказываться. Проходи собеседование в Кейстоун и прослушивание в No Silence, но все будут знать, что ты ебаный лох. Готовься, дружище. Чё про кистонского пидораса? Да, нормально.